Пайсиева, поэтому сегодня не выступают. От страны в многоборье допускаются только две гимнастки. А вот и любимица публики Альмудена Сиптастада. Рискованная ловля булавы. К полу прижимает она ее ногой. Потеря. Че, вот как переживают испанцы за своих? Вот рядом со мной сидят коллеги с испанского телевидения. Они прям все дружно вздрогнули, когда упала булава. Хотя, в общем-то, для Альмудены в многоборье фактически ничего не решается. На призовое место она навряд ли сможет претендовать.